Уберечь детей от гадостей. Запрет продажи снюса и ему подобных никотиновых изделий обсудили на заседании Совета безопасности. Напомним, в декабре уходящего года глава региона поручил чиновникам искоренить продажу этой отравы в Ульяновской области. Эту тему держит на особом контроле федеральной власти, ведь на кону здоровье подрастающего поколения. Президент держит ее на особом контроле. Ну и мной тоже подписано было распоряжение 19 декабря 2019 года о неотложных мерах по запрету на территории Ульяновской области оборота снюса и аналогичных никотиносодержащих изделий. Сотрудники корпорации развития промышленности и предпринимательства вышли на рейды по торговым точкам. Вместе с коллегами из министерств ревизоры провели контрольные закупки и призвали предпринимателей прекратить продажу. Нам бы хотелось бы предупредить все предприятия торговли о том, что лучше добровольно снять с продажи этот вид продукции, потому что в противном случае возможны большие штрафные санкции. Убрать ядовитые смеси с прилавков крупных магазинов удалось, но до ресторанов и ларьков еще предстоит добраться. Напомним, снюс уже 4 года как запрещен на территории Российской Федерации. Но его потомки, никотиновые конфеты, жвачки и смеси в правом поле никак не фигурируют. То есть закона об их запрете пока еще не было, но не стоит переживать, он скоро появится. Мы прикроем на территории региона так называемую лазейку для всех остальных снюсов и подобных им веществ. И будет установлена жесткая административная ответственность для нарушителей. Законопроект рассмотрит 16 января на заседании правительства. Затем новый правовой документ будет принят депутатами парламента. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Управды ТВ.